В Медногорске задержали пьяного водителя. В дежурную часть от очевидцев поступило сообщение о правонарушителе. Сотрудники полиции разыскали автомобили и подали сигнал об остановке, но водитель продолжал движение. В попытке скрыться иномарка столкнулась со служебным автомобилем. Нетрезвый водитель лишен прав вождения. В Орске произошло тройное ДТП. Пассажирская «Газель» и легковушка остановились у обочины, после чего в них врезался УАЗ. Пострадавших нет. Водителя ВАЗа, слетевшего в кювет, разыскивают орские полицейские. После ДТП владелец автомобиля скрылся с места происшествия. Очевидцев и обладающих информацией об аварии или водителе просьба позвонить по телефону, указанному на экране. Hyundai и пассажирский автобус столкнулись в Оренбурге на перекрестке улиц Кирова и 9 января. ДТП произошло на дороге с односторонним движением. Пострадавших нет. В Оренбурге на улице Одесской произошло ДТП. Легковушка врезалась в пассажирский автобус. Обстоятельства ДТП выясняются. Если вы стали участником или свидетелем аварии, за видеоматериалом можно обратиться в компанию «Уфанет» по телефону или адресам, указанным на экране. Будьте бдительны на дорогах.